Уся тэхніка, што ёсць у сельгаспрадпрыемствах, павінна быць у належным стане і працаваць. Гэта патрабаванне кіраўніка дзяржавы на кантролі работнікаў пракуратуры. Аднак, як паказваюць рэйды, без недахопаў і заўваг не абыходзіцца. Праўда, трапіўшы ў поле зроку правяраючых раз, адказныя за стан сельгастэхнікі стараюцца не паўтараць памылак. На полях господарки Акрагра в Свислоцком районе, как и по всей краине, идет массовая уборка зерневых и зернебобовых. У жниве задейничаны 7 комбайнов, 5 из яких белорусской вытворчасти. 7 машин отвозят с поля у зерня. Уся необходимая для хлеборобов техника была готова у другой полове червеня, отзначая керовник сельхозпредприемства. Поломки не то и здараются, однако ремонтовать технику стараемся оперативно и не хаваем, коли какая-нибудь одинка не может выйти у поля. Летошний урок, коли у час наведывания одного из моих дворов господарки работниками прокуратуры были выявлены 2 трактора, что по документах лечились справными, засвоены. В минувшем году прокурорской проверкой установлен факт нахождения в ООО «Акрагра» на длительном ремонте 2 единиц тракторов, которые отражены были в ведомственной отчетности, как готовые к выходу в поле. Прокуратура незамедлительно отреагировала в отношении должностных лиц хозяйства, допустивших внесение достоверных сведений в отчетные документы. Проверки, проведенные в текущем году, показали, что подобных нарушений не допущено. Вся техника находится в исправном состоянии и работает в поле. Это 2 трактора МТЗ тягового класса до 80 лошадиных сил. Нарушение в тот момент было оперативно исправлено. 1 единица порядка 20 лет МТЗ-82. Мы ее отремонтировали, прошли техосмотр, но уже в 2024 году мы произвели ее списание. Трактор МТЗ-320, он у нас используется на молочно-товарном комплексе «Занки» для подталкивания кормов. Периодически он выходит из строя. Также мы его отремонтировали, и он по сегодняшний день используется на МТК «Занки». Сёлета у гаспадарца Акрагра ремонт техники не откладали на потым. Своечасова вышла она у поля вясной. Няма простою летом, запэўнівае кіраўнік. Як только что здараецца, адразу ремонтуем. До того ж, кажа, робим ставку на обновление машинно-тракторного парка. За 3 годы атрымалася зарабіць гэта больш, чем на 30%. В максимальные сроки провели весенний сев. К указанной дате у нас было не ниже 95% готовность. Все энергоносыщенные трактора были исправны. К уборке мы подошли 100% готовность. Все 7 комбайнов у нас исправны. На сегодняшний день они в исправном состоянии. Мы уже завершили уборку Азимович меня. Вчера завершили уборку Азимова рапса. Сейчас приступили к уборке Ярвович меня. У сельгасорганізацыі Грозенщины работники прокуратуры наведваюцца нярэдка, асабліва ў час жніва, сочаць не толькі за станом техники. На контроле крадзеж паліва, страты зерня и шэраг іншых момантаў. Вопросы соблюдения законности в ходе посевной и уборочной кампании находятся на постоянном контроле в органах прокуратуры. От готовности сельскохозяйственной техники до сохранности собранного урожая. Прокуратура принципиально реагирует на выявленные нарушения законности, в особенности на факты создания видимого благополучия и приукрашенной отчетности, в том числе с готовностью тракторов и комбайнов к полевым работам. Прокуратурой проводится целенаправленная работа, направленная на недопущение повторных нарушений законности. Моніторинг працы сельской господарки работниками прокуратуры будет протягиваться и далей. С представниками этого ведомства не пожартуешь и ничего от них не схаваешь. Тому лепш зробить все по законе, капотом не выучать подробязно его артикулы и санкции.